Ну что, ребята, рассказываем ситуацию. Приехали в Монако. Все рассказывают, что у нас тут все дура. Миллиардеры. Миллиардеры так не отдыхают, как мы. Сейчас я покажу, какой мы стол. Без денег. В каком месте мы сидим? Монако, добрая страна, дала денег. И какой у нас, стол? Сандру, пожалуйста. Сандра. Да, Украина. Прокомментируйте, что вы нам хотите сказать. А сейчас, секундочку. Значит, приехали бомжи. Бомжи в Монако. Но Монако решила бомжам помочь украинцам. Накрыла поляну. И подарила французские духи, ребята. Аж две пары. О. Вот, и крем, да, подарили. Еще там много, чтобы вас жаба не давила. Я так все не показываю. А кушаем вообще херню. Креветки какие-то, блин. Какой-то хамон, оливки, блин. Какой-то вот этот сыр, ну, забыла, с плесенью. Как он называется, ребята? Ну, уже старческий этот. Воняет, не? Он не, не, кстати, нормально вкусный. Он, кстати, Ира, не воняет. Да, кстати, у нас, да, воняет, блин. Тут ничего не воняет. Вот эта пачка 400 грамм хамона, ребята, 2 евро, халява плюс. Только в Монако, в самой богатой стране, за 2 евро хамон 400 грамм. Битте, вяленые, оливочки. Сколько цена? 3,50. Да. Не давитесь жабой. А вот эта шапочка моя, прокомментирую для друзей Иры. Она мне сыграла большую роль. Я чушь играла. Я вообще блогер знаменитый в Австрии, Сандра. Но в Каннах я прошлась в этом фестивале, в этой шапочке, ко мне подходили звезды фотографировать. Понятно вам? Понятно. Ну все, до встречи.